На календаре 8 февраля. В такой же день 1724 года по распоряжению императора Петра I указом правительствующего сената была основана Российская академия наук и художеств. В наши дни, 8 февраля, уже по указу президента страны отмечают День российской науки. Совершенно не относящееся к науке событие произошло 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки. Там состоялась дуэль между камер-юнкером, великим русским поэтом Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржа де Геккерном, Дантесом. Во время поединка поэт был смертельно ранен. Он скончался через день, несмотря на то, что к лечению были привлечены лучшие светилы медицины того времени. К слову, Самара стала первым городом на Волге, где установили памятник великому русскому поэту. 8 февраля 1891 года член городской управы, купец первой гильдии Николай Гаврилович Неклютин встал у руля Самары. Новый городской голова по-хозяйски взялся за дело. Постепенно грязные дороги губернской столицы стали превращаться в аккуратные булыжные мостовые. По заданию Николая Неклютина городская управа приобрела бывший дом дворянского собрания. Сюда переехала Александровская публичная библиотека, а на втором этаже разместился городской музей. За неустанный труд и благотворительность Николай Гаврилович Неклютин был награжден орденами Святой Анны III степени и Святого Станислава II степени, что является редким случаем в купеческом сословии. Сегодня поздравления с юбилеем принимает самарский социолог, президент Фонда социальных исследований Владимир Борисович Звановский. В один день, 8 февраля, но в разные годы, на свет появились французский писатель-фантаст Жюль Верн, выдающийся ученый, открывший периодический закон химических элементов Дмитрий Менделеев, известный русский художник и книжный иллюстратор Леон Бакст, любимый многими актер театра и кино, народный артист СССР Вячеслав Тихонов, самая обаятельная и привлекательная актриса советского кино, народная артистка России Ирина Муравьева, российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров и другие знаменитости. В именинниках сегодня замечены Аркадий, Мария и Федор. Сегодня по народному календарю Федор – поминальник. Считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. А еще этот день называли гороховым. По гороху гадали о погоде. Если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы. А если бесшумно, то тихие снегопады. Также наши предки говорили: «Федор студит, землю студит». А еще считалось, каков этот день, такой и предстоящая весна будет. Таким был в истории этот день, 8 февраля. Позитивного начала новой рабочей недели и удачи в делах!